Переплетчик Джан Сяодун посвятил более 15 лет возрождению древнего искусства китайских мастеров. Более 1000 лет назад, во времена династии Тан, они создавали свитки с так называемой драконьей чешуей, то есть страницами, которые наклеивались на основу на одинаковом расстоянии друг от друга. Это по-настоящему красивые свитки, которые разворачиваются с завораживающим шелестом страниц. Для такой технологии переплета есть место и в современном мире. Например, ее можно использовать при издании научно-фантастической литературы. Эта технология стала важным прорывом в эволюции книжного дела, который предвосхитил появление современных книг. Первым свитком, который изготовил Джан Сяодун, стала копия алмазной сутры времен династии Мин. Иероглифы в нем написаны 32 различными шрифтами. Если использовать эту технологию, страницы наклеиваются рядами, что значительно сокращает длину бумажного полотна. Например, в формате обычного свитка алмазная сутра растянулась бы более чем на 70 метров, а применение драконьей чешуи сократило длину свитка примерно до 4,5 метров. К тому же появление страниц было большим прогрессом. Такой формат помогал быстрее найти нужную информацию. Свитки Джана Сяодуна экспонируются по всему миру. В начале этого года его выставка «Листья бесконечности» открылась в шанхайской галерее Art Plus. Ее основательница Анна Мария Гонсалес согласилась сотрудничать с мастером уже через 5 минут после знакомства с его работами. Джан Сяодун убежден, что для движения вперед нам очень важно изучать традиции и опыт прошлых веков. Это долгий и трудный процесс, но он обогащает человека и открывает дорогу к инновациям.